Друзья, здравствуйте! Наступил сентябрь, радует орхидеи своей красотой, уже осенние. Ну, начнем, как обычно, справа налево. А здесь у меня цветет дуриган и рис. Дуриганы вообще радуют целое лето, то одни расцветают, то другие. Не, они такие долго цветущие. Он у меня в прошлом видео был, этот он цветет второй раз. Здесь на бутонах стоит это хрисаниана на давиану. Здесь рядышком стоит крузейра де сол. Тоже на бутонах, у него несколько чехлов, будет красивое цветение. Цветет дендробиум фаленопсис, он и на прошлое видео попал. Но это уже тот цветонос отцвел, этот еще цветет, тут пчелка прилетела. Цветет, ну, наверное, очень любимый гибрид, понравился мне. Прилетела пчелка. Это Катлея Максима на давиану. Гибрид уже тоже сложно купить. Называется Катлея Висталис. Попробую. Вот такая вот она нежная, красивая. У всех по-разному цветет, ну вот такая вот пчелка фотомодель. Так, пахнет очень нежно. На заднем плане цветет контиго. Это Rexna labiata. Цветет уже, начинает цветать давно. Вот уже видно цветочек. Красивая, взрослая, большая. Так, цветет здесь лекаста, лекаста круента. Иногда попадает на видео, моя старая лекаста. У нее такой очень специфический, очень такой сильный аромат. Ну, достаточно интересная. Наверное, единственная лекаста, которая у меня давно живет. Вот эти желтые лекасты, они легче в уходе и в цветении. Тут на бутончиках я вот поставила это талумния. Орхидея куколка, их называют танцующие куколки. У меня их было несколько, они так легко выдают цветоносы, цветут. Ну, такая симпатичная милашка. У меня была цветущая, но сегодня она уехала в новый дом, поэтому не попала на кадр. Цветет Катлея Балдвин. Балдвин, конечно, красавица. Это давиана, по-моему, на лабиату. Ну, бирку не достану, далековато. А это уже второй цветонос. Первый цветонос отцвел. Я не успела. Ну, красавица. Здесь цветет маленькая. Это лилия, которая скальница их называют. Лилия, по-моему, Регина. Я сейчас бирочку достану. Честно, я не помню. Вот такой у нее длинный цветонос. И вот такие вот бульбочки. Вот такие, да, нет. Лилия Бритой. Это природный гибрид. Вот такая вот. Если на фоне руки, вот такие вот цветочки. Цветет, когда-то себе оставила очень красивый анцидиум. Это Мильтониопсис, по-моему. Сейчас я бирку достану. Нет, это Мильтония Питер Кромб от Карги. Когда-то у них была. Мне она нравится своей яркостью цветка. Вот она такая очень красивая, эффектная девушка. Вот такая вот. И когда она расцветает полностью цветонос, очень красиво выходит. Так, здесь у нас вот такая вот мелочь. Это Эпидендрум Венустум. Это пока первое цветение этого растения. Ну вот хочу показать. Растение интересное. Растение мини. Ну как, ну, не совсем мини оно. Но цветочек мини. Пока оно небольшое. Их растят. Это я сейчас поставила для цветочка. Вот он там ростик идет. В общем, вот такие вот листочки. И его вешают на горшочек. И он в висячем положении растет. Вот для видео я ее повернула. Вот такая вот интересная растение.
А здесь на бутончиках у меня купери. Купери небольшой после деления. Но какой есть, зато цветет. Не цветет, а еще на бутончиках. Ну и, наверное, видео, королева видео, я бы ее назвала. Первый раз зацвела у меня Катлея Мэрилин Лью. Мэрилин Лью — это Аркадия на размену на Давиану. Вот такая вот красавица вышла. С такой красивой губой. Эффектная, стройная. Ну, достаточно, если взять для крупноцветковых Катлей, относительно миниатюрная. Потому что бульбочка. Бульбочки растет, цветет. Вышло у меня два цветоноса. На каждом по три цветка. Цвела с вызревшего чехла. И где-то в чехол вышел. Все нормально. Недели две прошло, и зашевелилась там жизнь в бутонах. Вернее, чехла. Цветет у меня и в прошлом году цвела, и в этом. Такой интересный гибрид на шамбурке. Катлея Шиллериана на шамбурке. Ну, нравятся мне такие цветы. Может, кому-то не очень, а мне прям очень нравится. И цветет Катлея Максима. Она все-таки всегда осенняя, цветущая. У меня в коллекции пока почему-то нету типовой. Хотя она у меня была, но она у меня погибла. Наверное, надо себе завести типовую. Потому что они очень красивые. Она когда цветет кустом, ну пусть это один раз в году, но это очень красиво. Вот такая вот у меня Максимка альбовая. Хотя это не альбовая, альбисценс. Ну, в общем, не суть. Все равно некрасивая. Ну, вот такой вот обзор цветения. Всем хорошего настроения. Пока-пока.